Отвага, мужество и верность Родине. День защитников Отечества и вооруженных сил отмечают сегодня в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма. День защитника Отечества – это праздник не только людей, которые носят погоны. Это праздник каждого белоруса. Каждый белорус должен в любое время быть готовым защитить свою родину, свою страну, свое отечество. Живые цветы к монументу Победы легли от представителей силовых структур, ветеранов вооруженных сил и руководства города. Этот день объединяет всех жителей Беларуси, которые прекрасно понимают, что когда мы вместе, когда мы делаем все для того, чтобы наша страна было мирной, чтобы у нас было все хорошо, это важно. И вот это единое стремление людей сегодня консолидировано доказать единение нашей страны, наверное, сближает всех. Самое дорогое на земле – это мир, спокойствие и благополучие. И вот сегодняшний праздник, сегодняшний день, День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, символизирует мужество, героизм и, самое главное, преемственность поколений. В разных уголках страны отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства и вспоминают ушедших героев. В Беларуси проходят памятные концерты, цветочные возложения и патриотические акции. Полина Макей, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».